Здравствуйте всем, привет всем, ребята! Сегодня 2019 год, 29 июля, и сегодня мы в Чулыме, возле речки Чулым, будем обедать колбасой, сыром. И будем обедать мы с хиканным бурваном, хикана номер один, балдежным хиканом, хикан-балдеж, Галина, Галина! И Денис Сазанахов, боец, спортсмен и просто прекрасный человек. Это батя, батя Чулыма, батя Хакасии. Ну сейчас в Чулыме, это, потому что батя Чулыма и Хакасии, как говорится. Ну сейчас в Хакасии, в Чулыме, батя. Это Чулым, если что. Это, как, это речка Чулыма. То, извините, простите, пожалуйста, я маленько ошибся, оговорился, сказал, что в Хакасии нет, это не Хакасия, это Чулым, настоящий Чулым. Честно говорю вам, что это Чулым, потому что мы в Чулыме. Можете посмотреть у там у бати в Инстаграме, что это настоящий Чулым, 100% Чулым. Пишите в комментариях, прощаю, извиняюсь за то, что я говорил. Слушай, 12:03 время. Время? 12:03. 3 минуты 1, 2019 год, 29 июля. Йоу, все, круто. Галина, Денис, батя, все давайте ура, ура, ура за Чулым. Ура, 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 ура. Чулым, ура. И еще давайте, антихайп. 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 Галина, ты что-то как-то... Антихайп. Стой, пожалуйста, руки. Антихайп. Антихайп. С Чулыма, привет всему антихайпу. Виктору СД, Виктору Гейтсману, Витек, мы в Чулыме. Реки Чулым. Хикан. Витьку привет! Витьку! Витек, здравствуй! Виктор СД! Виктор СД, Руся тебя вчера как лев защищал! Да, на сходке! Да. Букер де Фредо Феди! Ханза Май, настоящий лидер Ханза Май! Привет тебе, Ханза Май! Виктор СД, Фалин МС! Мы сейчас возле речки Чулым! Вообще шикарно, красиво! Со всех сторон! Отобедаем! Руся, что там есть? Ну покажи, я не знаю. Я нагинаться не смогу. Это придется кому-то делать. Давайте. Батя развалит. Давайте. Он короче, разобьет колбаску. У меня будет вот такое предложение. Если кто желает, тут есть балдежные вилки. Ну кому надо? Будет кто-то или нет? Или будет, так? Будет. А сейчас бутерброды будут бутерброды. Так. Ну что, тогда берите там колбасу, нам разрезывать. Кстати. Сейчас, ребятки. Не попал на кадр. Еще можно. Ой, там что-то убежало. Вот, колбаска очень вкусная. Спасибо. Да. Спасибо, Ванек. Чтобы вы... Держи, а то фонов там это скажут это авторство. А, ну да, кстати. А там, наверное, не слышно было сильно. Как думаешь это? Так, батя, я батя не дал. Ой, давайте простим хикана, что батя не дал. Всем дал, батя забыл. Не, ничего страшного. Это непростительный грех. Нет, сейчас. Это можно, батя тебя обращает. Батя, давай крестом. А где крест? Крест у меня там. Вилку вам давай. А зачем? Давай четками. Давай хикана четками. Да, четками. С четками. За то, что не дал батя. Все, хикан крещен. Не так, а вот так прям. Ну и все, вот теперь мы извиняем хикана. Ладно. Дальше дорогие сырок, давайте сырок. Давайте сырок. А потому что люди в комментариях будут писать. О, не дал батя, вот это будет. Нет, это не из-за этого, да. Непростительно. Мусорить нельзя, это первое правило. Ложим на тряпочку. Сперва сырок. Ну давай я раскрою, подержи, пожалуйста. Красивая природа. Прям краски играют. Дорогие друзья, вот мы 5000 километров проехали. Я вот сегодня так хреново себя чувствую, но все равно. О, расскажи многим людям, которые, например, спросят, а кто это, что к чему, кто спросит, расскажи, пожалуйста, ну на минут 5 максимум. Расскажи там, что у тебя там снимаешь, откуда приехал, все. Многие спрашивают. Вот прям. Держи, Руся, прежде. Я Хикан Набуан, это Трап Галина, канал Бабуля Хикана. Я снимаю видосы со своей бабулей, со всякими знаменитостями. Ну, раньше снимал с Пашей Техником. Сейчас я приехал к Грусе Гительману из Донецка за 5000 километров. У нас Трап Галя сегодня искупалась в
реке, моднейшей реке Чулым, и исцелилась от всех болезней. Так что, ребята, рекомендую, если Руся оставит, не оставит, ссылку в комментарии. Так что приходите, вот, балдеж. А ссылка будет, получается, на Хиканал не только в описании, будет закреплена в комментарии, на Батю на Инстаграм, на Дениса на Инстаграм, на Дениса обязательно, на Батю обязательно, и обязательно на тебя будет. Бесол, а кстати, и интервью... И не только в описании, еще и в комментарии будет закреплена. Да. Это, конечно же, если, чтоб люди знали, балдеж Донецка. А также, дорогие друзья, интервью с порнозвездами. Ты сейчас, получается, это, так, считай, король Донецка. Ну, король Донецка, я так себе не могу сказать, назвать. Ну, лучше сказать, принц Донецка. Принц! Ну, надеюсь, потому что короли-то, видишь, они или старые герцог. Короли. А ты-то еще молодой. Ну да, какой-нибудь герцог или какой-нибудь граф. Нет, кстати, вкусно, смотри. Так, вот, давай. Вперед, этот не ободрал шкурку. Да, я тебе уже. Ладно, держи. Со шкуркой будет хрень. Так. Держи. Руся, учит Руся меня кушать с батей, с Денисом, с Хиканом. Вот, я надеюсь, Руся меня... Шкурки снимет. Шкурку? Да, прям так сидим, все. Вот сюда аккуратно, в Чулыме нельзя мусорить, потому что это правило Чулыма, нельзя ложить. Руся научит меня кушать, я... Только вот на вот это. Чтобы потом с собой забирать все. И в мусорное ведро, чтобы выкидывать дома. Все. Ну что, Руся, тогда давай, я не знаю, как там, компай или чокнемся, или как это сделать там. Я же просто не шарю. Все. Стукнемся бутербродами в Чулыме за знаменитое событие. Настоящий балдеж. Балдеж, балдеж начинается. Колбасный балдеж. Давай, Дэн, давай. Шкурку надо чистить. Не, я. Спасибо, Руся, что подсказал. А вкусная колбаска. Это, кстати, колбаску подсказали в магазине, да? Расскажи. За 292 рубля. Руся хотел взять за 130 рублей. Я говорю, Руся, что-то это вообще какой-то будет суицид. И ты у продавщицы спросил? Да, так это ж милая женщина. Ну ладно, не будем, в общем, уточнять. И она говорит, берите вот эту за 292. Как она называется, столовая или... Ну, в общем, не важно, реклама, чтобы не было. Вот. Короче... Не, у меня можно и фирмы говорить, и все. Да. Столовская колбаса, лучшая колбаса, берите столовскую, да? Докторская. Нет. Столовая. Столовая. Столовая колбаса, ребятки, очень вкусно, очень ароматно. Столовая, очень балдежно. Фирма высший класс. Хикан? Да. Леха? Леха, это Хикан. Хикан, это Леха. Ну это ты есть, Леха Хикан. Это я. Это, короче, скажи прям, колбаска столовая, лучшая колбаска, пусть тебе берут. Руся, понимаешь, Чулыми и дерьмо будет вкусно, понимаешь? Ну так-то не надо, так-то не это. Не-не, скажи, столовая колбаска лучшая, покупайте, скажи. Столовая колбаска лучшая, покупайте, безусловно. А еще, дорогие друзья, приезжайте в деревню Чулым, Красноярского края. К сожалению, сегодня приболел. Не смог искупаться, вот как трап Галина, например. И тоже настроение сегодня такое подавленное. Даже в ковше сегодня не проехал. Ну вот я весь модный в костюме. Кстати, это звучало сейчас очень смешно. Даже в ковше сегодня не проехал. Скажут, что за ковш? Не, это еще или в Инстаграме будет, или у меня на канале. Я просто люди спросят. Сегодня Денис, батя и трап Галя катались в ковше на тракторе. Вот. Раб Галина. О, Галина. Как вам? Ты это, Денис Владимирович своим. Ну, на видос. Посмотрим, подойдет тебе. А то это, Денис хотел как-то купить. Речки. У вас, ты видишь, мероприятия всякие проводятся, а, да. А Денис всегда мечтал на них подходить. Кого? Ну, эти, помнишь, я тебе показывал фесты всякие? Ничего так. О, круто. На этих камер спроси, короче. Как вам малюшки? Ну, эти на песню там, которые там переодеваются, да? Да. Которые все, вот Денис всегда мечтал бы. Ой, я бы сходил сюда. Ты заслоняешь Лендру? А, да. Трап Галина, а как тебе, собственно, колбаска в Чулыме? Отлично, просто. Если бы в Кокасино сходить. Залетела, как родная. Мягенько, вкусненько. Сравни, короче, донецкую колбасу и нашу. Чем отличается вкус? Не знаю, это мягким, чулымский божественный вкус. И вода, кстати, у вас мягкая. Прям вот можно сейчас поесть и запить. Вот прям вот запить. Прям вот так в руки, как в русские руки, раз. Можно, но не нужно.
С мальками. А кто выскакивать будет? Не, ну все равно прикольно выглядит. У меня есть вода. Ну это в Инстаграме не будет, это чисто на канале. Батя, а как вам колбаса? Колбаса просто отличная. Мы с батей первые справились, доели колбасу. А мы не срановались, если срановались, а вот так ставим, даем. Ну понятное дело. Вкусная очень колбаса. А самое главное, вот от самой даже воды энергетика идет. Когда во время вот ветерков. Здравствуйте, ребята! Вот пока вы ели, я вам принесла попить. Чистая чулымская водичка. Спасибо. О, я когда смотрел видос по шесть техникам. Это физикам, да? Я весь видос посмотрел, и там что-то от этой воды чуть-чуть зарешалось. Помнишь? Это я помню. Я до конца досмотрел, потому что мне понравилось картинка. То, что там чего-то в конце. То есть прикольно. Там, ну, мне нравится по шесть техникам, то, что он его разговор. Он так прикольно, он раскованно так вообще разговаривает, как будто свободно. У него, короче, Серёга не обращает внимания на хейтеров. Да? Он свободный. У него, кстати, он, можно сказать, счастливый человек, потому что он свободный. Ну, может, так вроде легко. Паша Техника, вот сын недавно родился, кстати. Вот, кстати, давайте поздравим. Поздравляем Пашу Техника, чтобы кто родился, сын Паша. Желаем сыну здоровья, чтобы богатырем был, чтобы никогда не болел и чтобы радость была. Да? Давай вместе с Хиканом в обнимку. Паша Техник, вот скажи приятные слова, я тоже скажу. Паша, Пашенька, удачи тебе. Благ, здравость, удачи, благополучия, счастья. Желаю, чтобы удача была впереди у тебя всегда, не дать позади уж и навсегда. Давай, Паша, балдежа безграничного, радости великолепия и счастья безупречно. Продолжай всегда и никогда не останавливайся. Ты талантливый человек, Паша. Паша Техник, удачи тебе в творчестве. И ну, продолжай пилить видосы с Хиканом, возвращайся. Ну и все равно в конце антихайп. Антихайп. Виктор СД, Виктор Гейтсман, Букер Дефред, Федя, Ханза Май, настоящий лидер Ханза Май. Респект, ребятки, слава КПСС, Палин МС. Ребятки, мы в Чулыбе. У нас еще килька есть, еще килька есть. Слушай, ты будешь килька? Конечно. Представь, ты приедешь, ты, короче, ну, тебе будет скучно, короче, будешь думать, а что поделать? А ты потом, о, включу-ка видос, как я обедал в Чулыме. И ты скажешь, о, как приятно на душе, сердце трепещет, и душа поет. А там, тем более, краски-то какие будут, да? Руся. Ну, давай, это, Чулым, это была мечта, мы 2 года назад вот с батей, с Русей. Вот плохо гитары нету. Помнишь, что вот так? У нас же с Русланом группа «Феминизм». Как он называется? Вот это, стиль вот этот. Панк-рок, панк-рок. Я не знаю как, сможешь примерно? Нет, это же надо гитара, это же надо гитара. Короче, мы 2 года вот записывали и с Русей, и с батей, и с Оляй. Вот, ну и Саня когда-то был раньше. Вот, записывали. Саня сейчас есть. А, ну он в тюрьме. 9 месяцев осталось. 9 месяцев осталось? Короче, скоро будет через 9 месяцев. А он по УДО выходит или как? Нет, все. Короче, а если Саня выйдет, ты будешь с ним снимать видосы? Или нет? Ну или будет видно? Ну пока не видно. А, ну надо подождать. В общем, не, если захочет, конечно, придет. Мы его всегда ждем, кстати. Я понял. В общем, мы с Русей записывали, и я еще раз, я вспомню слова бати. Батя говорил, Чулым это рай. Ну я, естественно, прислушался, и, собственно, надо было мечту как-то воплощать в жизнь. И вот мы здесь, мы в Чулыме, вот раб Галина сегодня в Чулыме искупалась. Денис тоже первый раз в Чулыме, скажи, великолепный балдеж. Пару слов, вот. Чисто про Чулым. Сегодня первый раз приехали вот в Чулым, попробовали везде, очень классно в Чулыме. Вот, искупался, очень, ну, вода теплая, очень классная. Везде очень красиво. Вообще просторно, свободно. И воздух отличный. Самое главное воздух. Я, получается, чистейший. Мы все съездили на сходку. Я был в антихайпе. Хикан подтвердит, антихайп я не снимал. Антихайп. Уважаю. Ну что, давайте поедем. Ну чувствуется уже запах. О! Килька. Ну, тоже ведь чокнемся этими штуками. Это жачки. Я имел в виду вилки. Да. Да. Балдёж. Надо мужиков накормить, а я беру в последнюю очередь. Все. Балдёж. Если честно, уже нажрался Руся. Тут траб Галина говорит, я с Русей хочу
провести, ну, какой-нибудь челлендж. Ну, то есть... О, да. По пиву кто быстрее. А ты обещала, кстати, что со мной даже выпьешь. На трансляции. Я шутила. О, поедание, я обещала. Поедание, по поедание, ну, на скорость, короче, кто впервые. Но я чувствую, Руся, что... Ну, давай будет без алкоголя, конечно, просто по размеру так же. Мне ж плохо. Да, у нее же там поцелуешь, все дела. Ну, в общем, Руся, ну, я понял, что против тебя это бесполезно. Я сразу автоматическое поражение даже. Давай хоть, ну, ладно, мы тебе дадим балтику 9, мы сильно не будем говорить. Балтику 9? Ну, не охотника. Не, я не охотника, который... Нормально, чтобы сразу балдежную реанимацию. Ничего. А у вас есть черногорский? Я больше, я уже все. У вас есть черногорская реанимация? Да что, в реку скинула нормально, поплыла сама. Дамы и господа, мы кайфуем, как с албатя. Я кайфую, мне все нравится. Вот. Как репейник и ватник. Как балдежный балдеж. Давайте балдежному балдежу и репейнику и ватнику привет. Репейник, ватник и горян, привет тебе, спасибо, что нас записал. Репейник и ватник, благодарю, удачи, благополучия, счастья, желаю, чтобы удачи впереди было у тебя свидание, удачи, поздравил, учили, я всегда желаю балдежа безграничного радости, великолепного счастья, безупречно. Репейник и ватник, ну все хорошо, прекрасно, безупречно, классно будет у тебя. Тут прекрасная земля, классная трава, великолепное, безупречное, красивое небо. Плохо, что ты не приехал. Да. Плохо. Плохо, что он не приехал. Жаль. И балдежному балдежу, удачи, балдежный здоровья. Балдеж, выше балдеж. Репейник и ватник. Репейник и ватник вообще балдеж. Балдежный балдеж — это очень балдеж. А что балдежнее, если получать репейник и ватник? Выше балдеж. Антихайп. Ну так, наверное. Ты, кстати, красиво одет, прям так, прям модно, прям как, знаешь, как в офисах. Классно, только рюкзак, ну, естественно, для Чулыма, да, только... Как в офисах. Только, офиса, к сожалению, рюкзак некуда закинуть, блин, ладно, я так хожу. Ну чё, Руся, подводи итог. Подводи, давай. Жалко иду бросать. Я уже, да, я это уже святой, нельзя бросать. Я же уже, все, уже меня не лезет, честно. Слабый Хикан. Да, уже все, не могу. Привезла его в Чулым, думаю, чтобы Руся научила. Откормил, да. Богатырскому аппетиту просто. Откармливать тебя. Если надо. Бы ты недельку пожил в Чулыме, тебя мы молочком сметаны откормили, то тут ты бы в речке плавал каждый день. Сметана, молоко бы. Справа, тут же микрофон. Вы задели. Я уже рука устала. Просто здесь пустой голос. Я рука устала. А оператор сегодня Людмила Чулыма, королева Чулыма. И сегодня у нас величайший и балдежный принц Донецка Хикана Бурван. Принцесса Донецка Полина. Великий боец Хакасии и великий Хакас Хакасии Денис Азанаков. Батя Чулыма и Хакасии. В переводе батя. Ну и я. Все. Скромно так, Руся, о себе, ну. Все, надеемся, Руся научит Хикана нормально питаться, нормально есть, потому что, ну, не богатырский аппетит. Да. Вот. Видишь, почему именно принц, а не король? Потому что короли, они старые, получаются. Да. Тебе будет 50 лет, ты будешь королем. Да, еще надо научиться такому же рациону, как ты, да. Как я, Руся. А так это еще принц, а ты принцесса. Спасибо, у меня тоже все впереди. Так, ну что? Кстати, даже костей не чувствуется. Да, как будто прям здесь произведена. Хватит уже. Мне комары наели. Хватит, говорю, уже. Мы что, доели? Главное, на землю не ложим. Это нельзя в Чулыме. Надо только именно на бумажку. Сейчас я мусорный пакет достану. У меня есть, кстати. И главное, мы сыр-то не доели. Еще не мусор? Да, да. Давай, Руся. Бережем природу. Так, сейчас. Река-то классная, да? Река балдежная, река Чулым. Представь, как ты, короче, открываешь сумочку, достаешь пивко, бутылку залпа и в речку с разгоном, ну как? Представляешь такое? Купаться же нельзя под этим делом. Ладно, пол-литра водки, залпа и в речку со скоростью. Как? Это заманчиво предложить. Ну я уже 9 лет не пью и как-то... Если 9 лет не пью, значит просто будет балдежничем. А давайте проведем эксперимент, Хикан. Всего лишь балтику девятку. Нет, давай. Нет, для тебя вот два его канала. Да нет, Руси, я боюсь реанимацию попасть, честно. Я же предлагаю полторушку залпом, я просто пол-литра. Полторушку балтики девятки. Ну что, Руся,
прощаемся? Да. Давайте как раньше мы с Саней делали всегда. Да. Леха, как мы делали с Саньком? Я честно не помню. Вставали, как прощались? Три поклона. Да-да-да. Благо. Благо. Здраво. Радости. Удачи. Всем пока. Ссылочка, конечно, на их канал будет в описании, в комментарии закреплена. На Денисов инстаграм будет закреплена в комментарии в описании. На Батю будет вообще закреплена в комментарии в описании. Всем удачи. Спасибо.